У нас 31 декабря, последний день уходящего 2020 года. Hello, всем привет. Мы решили, пока у нас сегодня, кстати, именно 31 декабря у нас перестали идти дожди беспрекращающиеся, поэтому мы решили выехать в красивое место, исследовать местность, посмотреть на... Не буду говорить кого, дальше увидите. Поэтому мы сейчас едем, проводим хорошо день, готовимся к вечеру, заряжаемся хорошим настроением. Поехали! Это единственный Новый год, когда мы будем праздновать без оливье и без селедки под шубой или шубой без селедки. Поэтому и даже без друзей. Мы первый раз будем Новый год отмечать с семьей. Ура! Поэтому поехали вместе с нами. Привет, друзья! Сегодня... Мы выехать и погулять где-то в красивое место, и потому что сегодня у нас нету дождя, а завтра придет ко мне Дед Мороз. И вы знаете, что у меня мы 15 минут ехали до Ванкувера, а потом мы плыли на пароме, а потом мы приехали в Нанаймо. И когда я увидел наш дом, я очень захотел зайти в него. Пока! Машина встала прямо на дорогу. Да? Да. Ну что, мы приехали в городок, который называется Коуичан. Это маленький городок в предместье более крупного города Данкан. А здесь очень красивая вот такая вот прибрежная бухта с лодками. И пойдем сейчас смотреть. Вроде бы здесь должны быть морские котики. Пойдемте.
приехали как раз в тот день, когда тут все закрыто, практически все закрыты до 7-8 января. Решили, видимо, сделать себе выходные, хотя в это же время как раз многие люди, наверное, и путешествуют. Но вот так же местные люди живут, тоже хотят отдыхать. Вот поэтому здесь практически все рестораны закрыты, все магазинчики закрыты. Очень тихо, практически нет людей, очень мало людей, хотя машин стоит везде много. Но мы вот спокойненько гуляем, делаем фотографии, вам тоже показываем. Ребят, ну поскольку Новый год уже наступил, мы вас хотим, конечно же, поздравить очень быстро, без долгих подведений итогов. Главное, чтобы вы были все здоровы и чтобы вы могли делать то, что вы хотите делать. Поэтому с Новым годом! С новым счастьем, чтобы все ваши мечты сбывались. Как Глеб говорил, главное действуйте. Главное, лежите в направлении вашей мечты, кушайте оливье, селедку под шубой, выпивайте шампанское и двигайтесь. Что интересно здесь на острове, это то, что очень много есть таких небольших городков, малюсеньких абсолютно, вроде на первый взгляд незаметных на карте, но в которые можно заезжать и что-то красивое увидеть. Как правило, они будут находиться, конечно, на побережье, поэтому можно или красивые виды увидеть, или какие-то интересные бухты увидеть. В общем, можно очень много исследовать этот остров, постоянно куда-то в новые места заезжать. И судя по тем фотографиям, которые я вижу у ребят в Инстаграме с острова, таких мест очень много. Поэтому главное, чтобы было вот это любопытство к исследованию новых мест. Но и если оно есть, то всегда увидишь что-то интересное. В общем, морских котиков мы сегодня, к сожалению, не увидели, хотя очень хотелось. Видимо, не судьба сегодня нам увидеть. Мы обязательно сюда вернемся еще раз, потому что место интересное, такое спокойно походить, посмотреть на лодки. Я уверен, что летом здесь очень классно, поэтому мы сюда обязательно еще приедем, посидим в каком-нибудь ресторане, покушаем свежий сифуд. И погуляем здесь, поэтому будем сюда еще приезжать. Это всего лишь в часе езды от нашего дома. Вот, поэтому все недалеко, будем здесь все это дело исследовать. Вот здесь вот рассказывается о том, что на этой вот Quechuan Bay Fisherman Wharf, то есть в этой бухте, практикуется... так скажем, ответственное рыболовство, то есть когда вылавливают только определенные виды рыб и определенных размеров, и поддерживается устойчивое развитие всего животноводства здесь или рыболовства. Вот, и здесь вот говорится, что здесь ловят разные виды салмона, то есть это лосось, тунец, тюна, халибут больших вылавливают, кот, Red Snapper здесь, окунь морской, ну и разные крабы, креветки, конечно, разных видов. И все это здесь началось еще в конце 19 века, то есть с 1860 года здесь ведется рыболовство. Что ж, ребята, если кто-то смотрит нас с острова, напишите нам в комментариях, пожалуйста, какие вы знаете очень классные места, бухты, может даже секретные, мы никому не расскажем. Куда можно поехать, классно провести время, что-то красивое увидеть. В общем, пишите ваши рекомендации, мы новые на острове, поэтому нам будет интересно узнать много новых мест. Будем от вас ждать какие-то интересные идеи, подсказки, советы. Вот, ну а мы на этом будем заканчивать, мы едем домой праздновать Новый год в семейном кругу дома. Вот, еще раз с наступившим Новым годом всем. Пока-пока. Олеся! Снегурочка ты моя!